С добрым утром, страна! С добрым майским утром, мои уважаемые подписчики и все, кто заглянул на мой канал. Хочу поделиться с вами радостью. Наконец-то моя красавица распускает свои бутоны. Обычно она к 9 мая распускает свои бутончики. Цветов очень много, но они, видите, еще почти все закрытые. Но такая радость, что уже начинают раскрываться розочки. Вот такой у меня вьющийся куст. Это один из моих любимых. Он обычно, говорю, вот распускает уже свои цветы к 9 мая. А сегодня у нас 15-е. Вот только вчера он стал раскрываться, раскрывать свои розочки. Посмотрите, какой красивый, какое изобилие. Вот она, вот такая роза в открытом виде. И вот она у меня приболела. Какие-то букашки кушают листочки, видите, в дырочках. Уже какой раз я опрыскиваю, делаю растворы. Но все никак. Немножко подлечишь, она опять, смотрю, в дырочках. Вот эти все листочки прям просеяно, как решето. Ну, а бутоны красивые. Аромат какой идет. Сейчас я постараюсь вам повыше поднять, вот так показать, что там вверху. Видите, какая красавица моя. Одна из моих любимых. И она вот так вот парочки. И будет сюда. Ну, с левой стороны у меня еще одна растет. Вот она. Ну, вот только-только-только они набирают. Видите, тля ест. Чистишь-чистишь, моешь. Я сегодня с утра опять их помыла бутоны раствором. Обычно с мылом, с хозяйственным. С луком и с чесноком я делаю такую настойку. И мою. Ну, а это вот только-только набирает, еще не открылась. Ну а здесь изобилие. Изобилие цветов. Ну, вот с этой стороны, видите, еще не раскрылись. Да, они по три штучки на веточке. Вот только-только начинают открываться. А вот еще закрытые. Вот видите, как ест какая-то букашка. Уже третий раз их лечу, и все равно поселилась какая-то живность. А вот еще одна моя красавица вьющаяся. Видите, какой интересный окрас у розочки. Она только-только набирает. Вот уже стали раскрываться. Сейчас посмотрю, вот где она там. Вот. Вот видите? И вот они у меня бьются вот так вот парочкам, которые мы придумали. Очень необычная. Очень-очень красивая. Вот она. Необычной расцветки. Кремовая, розовая и персиковая. А вот маленький бутончик. Вот он. Который будет расти. Он будет большой такой, как моя ладонь. Еще одну красавицу сейчас покажу. Но в этом году весна вот была холодная. И розочки у меня приболели. Они любят тепло. Какие-то букашки их стали кушать. Уже вот говорю, несколько раз я опрыскивала, лечила. Какая-то живность опять завелась. Вот моя испанская королева сада. Красно-алые цветы.
по 5, по 6 на веточке цветов. Видите, какая красавица. Сейчас я попробую вот так опустить. Вот она. Ароматная какая. Душистый такой у нее. Приятный запах. Ну, это вот еще одна моя любимая. Тоже разрослась. Я их сейчас обработала. Я думаю, что подлечила ей хорошо. И вот одна еще из вьющихся роз только-только набирает цветы. Она мне тоже болела в этом году. Видите, поскольку их штук нет, набирает. Скоро раскроется. Очень красивая, очень красивая. Вот я вернулась к моей розочке, которая первая расцвела ранее. Вьющаяся моя роза. Вот такая она у меня в этом году. Ну, думаю, что я их подлечила, они у меня будут цвести и радовать меня все лето. А вам, друзья, хорошего настроения, здоровья в период нашего сейчас коронавируса. Больше хороших, положительных эмоций. И все будет хорошо.